коммуникат его генератора. В принципе, он за тебя пришел. Ну опять я виноват, не решили. Да. Вообще, если бы не было тебя, то бы много проще. Ладно. Но я понял, хорошо. Ну только тебе. Не случайно. Я беру фонарь. Если ты уйдешь, я ждет. А. В смысле? Только не говори, что... Я хотел засунуть. Нет. Я тебе ебальник набью. Don't know. Вода скоро на пол. Минут 5-10. Что там хрюкаешь? Ты куда делся? Я тут. Ну, и куда ты вышел из этого зомби? В смысле? Я тебе сейчас дам фонариком, ты лучше маньяку засунь, у маньяка поглубже. Да не, маньяк. Единственное, лишишься. Угу. Она у тебя есть? У тебя. Я тебе задал вопрос. Это очень риторический вопрос. Это было понятно. Да. Ручечкой в рот. Ладно. Потом что? Молодец, какой фиг ты сюда вообще пришел? Я не тебе говорю. Да. Это что? Я лучше убью от нее. Она рядом. Она, кстати, меня знает. Тож пошло генератор чекать. А я вкусный, между прочим. Вкуснее, чем ты, понял? Surprise, motherfucker! Чего? Она за мной бежит, смысл? Не понимаю. Данил, иди ко мне. Иди ко мне. Я нашел кое-что. Где могут? Да, я сейчас приду, только скрою косметику. Подожди, ладно, пойду. Не понял, ты что там? Арканул? Мне показалось. Надеюсь, было второе. А я первое выбираю. У меня звездец. Я не удивлю. Ну, видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Подпишись на канал. Там также внизу нажми лайкосик. Лайки меня мотивируют. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Дмитрий Белокунов. Всем удачи. Всем пока.